Саш, привет! Как дела? Расскажи нам про себя пару слов. Сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Привет! Меня зовут Александр. Мне 29, насколько я помню, лет. Вот, я по основной работе я программист, но вот последние 6 лет приближаюсь к музыкальной, так сказать, карьере. Понятно. Саш, скажи, на каких инструментах ты играешь и как давно занимаешься? Я занимаюсь музыкой 6 лет. Я начинал. Вообще я пришел сначала заниматься вокалом. Через какое-то время мне стало интересно узнать, каково это играть на каких-то музыкальных инструментах. Ну, начал вот. На каких играть? Я начал играть сначала на фортепиано, как на основном музыкальном инструменте, а затем подключились барабаны и затем гитара. Скажи, а в виртуозы ты пришел? У тебя была какая-то подготовка или ты вот был с нуля и, грубо говоря, пил последний раз в институте? Нет, у меня не было никакой музыкальной школы, и у меня чисто все, что я умел, это я, скажем так, своим небольшим опытом. Ну, это был небольшой опыт у меня, да. Первый выход твой на сцену, помнишь? Такой вот реальной памяти уже плохо помню, но я помню, что я дико волновался. Я, в принципе, до сих пор довольно-таки сильно волнуюсь перед выходом на сцену. И у меня волнение проходит постепенно. Проходит на сцене. Всегда парюсь в самый последний момент не налажать по нотам, а забыть слова. Но я никогда не забывал слова на сцене. Молодец. Слушай, мы все знаем, что пару недель назад ты выпустил свой первый сингл. Поделись, как это было и что это вообще для тебя? Мое окружение, в том числе в школе, настояло на том, что, типа, чувак, у тебя как бы неплохо получается, неплохо было бы придумать что-то свое. Вот, и я начал пробовать, и сначала мне абсолютно не нравилось, что получалось, и это очень, ну, такой... Я не психовал, но я просто в какой-то, ну, то есть у меня были постоянно моменты, что типа, ну... Это все не так должно быть, все не звучит. Ты перфекционист. То есть, я перфекционист, да, вот. Но вот именно с этим чувством перфекционизма приходится сражаться, когда начинаешь что-то делать свое. Музыка общая. То есть каждый принял участие в написании. А слова, да, мои. Отлично. Первый сингл записал. Дальше. Дальше будет второй. Всего через 2 месяца можно будет услышать вторую песню. Вот. Дай пару советов ребятам, которые хотели бы и мечтали бы иметь свою песню, альбом. Никогда не спрашивать ни у кого, как написать свою песню. Ага. Потому что это всегда путь никуда. Я это просто очень много раз видел, такие вопросы. И здесь в том числе никто не может ответить на это. То есть пока человек, который хочет сам что-то сочинить, не сядет и начнет это делать, неважно, пусть это будет как угодно, плохо, ужасно и так далее, но пока он сам не сядет и не будет это делать каждый вечер, ну, в свободное время, у него ничего не получится, и никто ему в этом не поможет. Саш, мы пришли в школу, у тебя урок по гитаре. Ты готов? Я? Наконец-то. Ты сделал домашку? Сделал. Спасибо, пока. Спасибо.